Руководство региона обсудило вопросы поэтапного повышения тарифа для потребителей электроэнергии. По предварительным данным, рост платы на 1 января 2019 года составит чуть более 1,5%, с 1 июля почти 2,5%. В ходе заседания правительства края профильное управление предложило отменить понижающий коэффициент и уравнять стоимость электроэнергии для горожан. На данный момент тариф для тех, кто пользуется электроплитами, на 70 копеек дешевле за киловатт, чем у потребителей с газовыми приборами. Подобные изменения могут коснуться порядка миллиона жителей края. Губернатор Виктор Томенко поручил проанализировать все риски, прежде чем принять окончательное решение. Заняться вот такой проработкой этого вопроса с максимально широким вовлечением всех, кого в конце концов это коснется и кто свои деньги понесет, значит, в качестве оплаты за электроэнергию. Также в ходе заседания обсудили механизмы по сдерживанию тарифов на электроэнергию для юридических лиц. Речь идет об абонентах, занятых в реальном секторе экономики, предпринимателях, сельхозпроизводителях, муниципальных и бюджетных предприятиях. Таких в край свыше миллиона. Правда, ощутить на себе перемены юрлица смогут не раньше 2020 года. Наша задача при любых сложностях установить тарифы не выше того, что определено сценарными условиями развития российской экономики. Мы будем продолжать искать дополнительные резервы и способы сдерживания роста регулируемых тарифов.